24 ноября 2019 года, дверь, карьер ДРЦУ, все замерзло, намертво. Вчера мы приезжали, лед еще хрустел, было интересно, мог проламываться, похрустывать, было вообще замечательно. Сегодня после наших новостей уже толпа народу набежала, все катаются, лед не хрустит, уже вообще не интересно кататься, потому что он уже очень прочный, толстый, уже больше 8 сантиметров, можно хоть на машине выезжать, ничего не будет. Даже напряжение не сбрасывает. А там вот по 5 человек толпой. Все уже исчеркано с утра. От коньков следами. Но, к сожалению, через пару дней все это растает. И, наверное, опять будет не покататься в этом году.